Государственный таможенный комитет Азербайджана прокомментировал сообщение в СМИ о взимании дорожного налога и прочих таможенных платежей с транспортных средств, проезжающих по территории страны. В публикациях шла речь об иранских автотранспортных средствах, проезжающих через контролируемый Азербайджаном участок автодороги Горуз-Гафан, где установлен полицейский пост. В заявлении отмечается, что в соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Азербайджана транспортные средства иностранных государств при въезде на территорию страны и выезде с нее облагается дорожным налогом. Транспортные средства также облагаются дорожным налогом и государственной пошлиной за получение разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджана. Сегодня таможенные органы Азербайджана обеспечивают выполнение положений законодательства в этом направлении на всей территории страны.